Ленинскому району есть чем гордиться. В этом убедились те, кто сегодня посетил дворец спорта «Видное», где происходило подведение итогов социально-экономического развития муниципалитета за 2015 год. Перед началом официальной части в холле дворца была организована выставка. 9 выставочных стендов, на которых представлены экономически и социально важные учреждения и предприятия Ленинского района. Нам выпала большая честь поучаствовать в этой выставке. Наше предприятие значимое для Ленинского района. Туда входят такие структурные подразделения, как «Видное ТВ», как газета «Видновские вести», которой на днях исполнилось 85 лет. Также кинотеатр «Искра», где транслируются одни из новинок, последние фильмы в 3D-формате в том числе. Плюс антенное хозяйство, без которого не было бы телевидения. Мы представляем наш центр социального обслуживания «Вира». И сегодня мы рекламируем скандинавскую ходьбу, чтобы все пенсионеры, люди старшего поколения могли принять участие, потому как скандинавская ходьба помогает нам практически движению. Далее мероприятие продолжилось докладом главы об итогах развития муниципалитета. Приоритетными направлениями стали образование и спорт, здравоохранение, молодежная политика, благоустройство ЖКХ. Активно развивается малое и среднее предпринимательство. В минувшем году открылись новые и модернизировались существующие ранее значимые для района крупные предприятия. Жители дали высокую оценку деятельности главы и администрации. Поражена. Не ожидала, что так все хорошо. И ведь самое главное, что все это правда, значит, ну все-таки есть возможность работать, есть возможность добиваться того, чего не добились раньше. И самое главное, наверное, залог нашей жизни – это поступательное движение вперед. После доклада Олег Хромов ответил на вопросы жителей. Такая форма общения уже стала традиционной. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».